27 марта в зале районной администрации прошло торжественное награждение участниц краевого конкурса «Признание». Его проводили онлайн в преддверии Международного женского дня. От Северского района подали заявки на участие 29 женщин. Все они добились немалых успехов в своем деле. Каждая из вас заслуживает внимания, изо дня в день своими делами вы вносите неоценимый вклад в процветание нашей малой родины. Все ваши истории – это уникальное и прекрасное признание на всю Кубань. Здесь собрались представительницы разных профессий – педагоги, тренера, музыканты, предприниматели и многие другие. Каждую участницу конкурса наградили почетными грамотами и дипломами. Сегодня собрали одних из самых прекрасных женщин нашего Северского района. Каждая из нас по-своему прекрасна, каждая профессионал своего дела. Каждая из нас ведет наш район к победам, к успехам и прославляет наш Северский район. Я желаю каждой девушке, каждой женщине нашего района счастья, здоровья, любви и успехов.